Всем привет! Это рубрика «Задай вопрос Ильдару». Все ваши вопросы, которые вы задаете в сообщениях, в комментариях, мы решили воплотить их на видео. И вот такой вопрос. Ильдар, скажи, пожалуйста, почему варган ассоциируют часто с шаманами? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот сейчас многие музыканты играют с варганом, и они тоже выступают в образе шаманов. А вот ты выступаешь в этнических костюмах, татарских, в современных таких молодежных стилях одежды. Чем вот обуславливается твоя идея выступлений? По поводу шаманов, конечно, раньше это были традиции разных народов, например, Алтая или Якутии, где люди использовали варган в своих ритуальных обрядах. Эти обряды, они несли в основном такой светлый характер, в том числе даже лечили людей. Поэтому оттуда это все пошло. Сейчас варган используют как для медитации, так и для снятия стресса, в том числе и для творчества. Современные музыканты, одеваются, конечно, по-разному. Кто-то в шаманов, кто-то и нет. Это довольно классный образ, который несет в себе такую глубину. Это круто. Я одеваюсь просто, скажем так, по потоку вдохновения, потому что использую в органной игре смешение с современными электронными стилями музыки. Стараюсь передать для молодежи такой вот вайб, смешение древнего и современного. С какими бы современными исполнителями ты бы хотел сколлаборироваться? С многими. Вот назови 5 вот исполнителей, которые тебе нравятся, и ты хотел бы с ними прям создать трек. Ну, если из российских, вот, да, вот. Нейромонах Феофан. Ну, не обязательно с диджеями, вот с рэперами или там с попсой какой-нибудь. С Аллой Пугачевой. Диджеи интересные разные есть. Ичи, Махаон, например. Также можно, кстати, конечно, экспериментировать. Было бы прикольно сделать коллаборации с Little Big, Филиппом Киркоровым, с Тимати или еще какими-нибудь исполнителями, типа Слава Мерлоу. Вот. Если из зарубежных, Infected Mushroom и другие ребята. Класс. А вы, ребят, напишите в комментариях, с кем бы вы хотели бы увидеть Ильдара выступающим, совместные треки, который вам нравится исполнитель, и напишите в комментариях, чтобы мы тоже понимали, какие у вас вкусы, и вот эти эксперименты, может быть, они произойдут, и все эти исполнители благодаря всеобщему вселенскому потоку соединит, и мы увидим такие интересные новые треки с этими исполнителями. Да-да-да, пишите. Скажи, пожалуйста, какие состояния высокий ты ощущал, играя на варгане? Ну, то есть, улетал ли ты в космос, видел ли ты что-нибудь, или наоборот, внутри ты ощущал какую-нибудь теплоту? Были какие-нибудь смешанные чувства восприятия игры на варгане? Ну, вообще, все зависит действительно от состояния твоего внутреннего. И можно разные состояния испытывать на варгане, усиливать их также с помощью дыхания и звуковой составляющей инструмента. Такие состояния, например, как абсолютная ясность ума, такое чувство прекрасное. Также состояние такого спокойствия, что ты как будто прошел какой-то, не знаю, экзамен сдал, и ты такой освободился, и летишь свободно, в свободном падении, в свободном полете, точнее. Вот, все зависит от
настроя и твоего жизненного, наверное, пути. И в этом варган может помочь усилить эти состояния. И поэтому можно всегда с собой носить варган и таким образом в нужный момент играть, медитировать, усиливать какие-то состояния. Вот это очень удобно, так как в данном случае варган очень небольшой инструмент, такой карманный. На этом все. Рубрика продолжается. Напишите также в комментариях свои вопросы, либо в сообщении, какие бы вопросы вы хотели задать Ильдару и чтобы он ответил.